И всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это игра Cities Skylines. И что мы здесь видим, друзья мои? Здесь у нас большущая пробка, очень большая пробка, прям жестокая пробка, жесточайшая пробка. Таких пробок я еще не видел. Ну, как бы бывают пробки в 2-3 полосы, но... Так как здесь у нас одна полоса, то есть здесь у нас разделяется вот эта вот часть города. Это у нас военный городочек, если вы не забыли, да? Это полностью военный городочек. То есть здесь у нас военная часть, вот такая вот показываю, мало ли тем, кто забыл. Там военная часть, здесь проезжают там грузовики, там всякая хрень такая, да? Ну, военная, короче, техника. И здесь у нас начинается военный городочек. И таким образом, к этому военному городку, вот он, да? Нужна дорога, вот она дорога, вот она дамба. Это вот дамба и обеспечивает нам путь сюда. И что мы здесь видим? Да, мы видим здесь полную гребаную жесть. Летают, кстати, какая-то техника летает. Смотрите, погоди. Сейчас еще раз. Ты что-то не клик... А, не кликаешься, вот так вот. Это у нас Police Shark Interceptor C2, я хотел сказать. Ну, 2, короче. Владелец спинка, бла-бла-бла. Патрулирование, это понятно, короче. Это нам как бы понятно. Но это реально летающий какой-то гребаный аппарат. Не знаю, откуда он взялся, но давайте ради интереса посмотрим, откуда. Ага. Отсюда, вот отсюда, да, уходят вот такие вот аппараты. Хорошо, будем знать, летающая техника у нас вот такая вот есть. Нам нужно решить проблемку, как сделать здесь поменьше пробок. Сам не знаю. Наверное, новую дорогу сделать, наверное. С городом у нас все нормально. У нас люди прибывают, все в плюсе. 700 человек вот здесь внизу, да, в неделю. С деньгами тоже более-менее нормально. Можно и получше сделать, но пока что еще пойдет. Но я вижу, потребность большая у нас есть в коммерческих зонах. То есть нужны больше магазинов. Посмотрим. Магазинчики здесь у нас есть. В этом маленьком городке, маленький военный городок, да, у нас магазинчики есть. А где их нет? Мне очень интересно, почему есть такая большая потребность в магазинах? Это можно где-то узнать, вот кому нужно больше магазинов? Потому что здесь магазинов много, здесь много. А везде, короче, много всего. Тут магазинов тоже немало, здесь магазины, везде магазины, блин. Да сколько же вам магазинов нужно, блин, ёкаламане, блин. Смотрите, какая у нас тут красотень здесь. Во, красиво. Красиво, город живет, все у нас вообще процветает, офигенно, короче. Это у нас новая часть города, вот такая вот, да? Все круто, все красиво и все очень прикольно выглядит. Но магазины, куда засунуть? Вот это вот я, как бы, хер его знает. Вообще не знаю. Окей, давайте смотреть по-другому. Давайте смотреть по-другому. С магазинами. Наверное, магазинчик я засуну куда-нибудь... вот здесь. Вот здесь пока что рядок, какой-то ряд магазинов мы здесь сделаем. Вот здесь, да? И потом решим проблему с пробочкой. Давайте поставлю игру на паузу. На паузу, на всякий пожарный случай. Ну а вы тем временем не забудьте оставить свой палец вверх. Ну типа вы знаете, да? Я снимаю видосики. И как говорится, с меня видосики, с вас лайки, друзья мои. Что ж, продолжаем. Нам нужна дорога. Большая, крутая, конкретная дорога. Соединять с этой дорогой или не соединять, этого как бы я не знаю, но давайте соединим. Хрен с тобой. Соединим вот таким вот образом. Начинаем строить магазинчики, друзья. Без этого вообще никак. Наши люди просто загнутся. Шопоголики, блин. Вот шопоголики, это хорошо, но нам нужно думать и решить. Магазинчики у нас будут с маленькими, такими малюсенькими дорогами. Вот это вот тоже надо было. Нужно было соединить. Во. Нормально, нормально. Сломали дом, но зато у нас все прекрасно. Пробок будет меньше и все будут счастливы. Так, сюда маленькие, совсем узенькие дороги делаем. Вообще узенькие. Здесь будут только магазинчики. Текс. Вот отсюда вот пойдет дорога. Видите, да? Вы поняли? Что я сейчас делаю? Я делаю сейчас суперскую вещь. Кстати, вот этот вот перекресток нам сейчас не нужен. Но, по-любому, пусть будет. Есть он, и все. Как бы он есть, и все. С ним мы ничего не сделаем. Здесь то же самое. Сделаем вот так вот. Нет. Вот так.
Да хрен с тобой, хоть вот так вот, вообще без разницы. Мне вообще без разницы, как бы. Главное, чтобы все было функционально и чтобы все работало как по часам. И это у нас будет работать. Это должно работать. А должно работать вот таким вот... Вот таким вот образом. Отлично. Но дорога не соединена, значит, мы ее соединим вот так вот. А здесь сломаем маленький вот кусочек вот такой вот дороги, сломаем. Потому что он не нужен. Он, в общем, не нужен. Все. Здесь у нас будут магазины. В этой части у нас магазинчиков не будет, а будет бизнес-центр. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот, да, деловая зона. Пусть она будет вот здесь. Опля. Вот здесь. Потому что деловая зона, вы знаете все, да, она не шумная. Я вам покажу сейчас уровень шума, чтобы вы понимали. Уровень шума. Вот он, смотри. Это у нас мебельно-строительный центр. То есть это у нас магазины, если я не ошибаюсь, да? Да, это у нас магазинчики. Или это не магазинчики, погоди. Да, это магазинчики, магазин, да, все правильно. И от магазинов очень большой шум идет. Здесь то же самое, магазинчики, очень много шума. Такие заводы и так далее, то же самое, производят очень много шума. И есть у нас бизнес-центры, вот они. Это у нас бизнес-строение, то есть все тут у нас бизнес-строение. Они очень мало шума издают. И мы огородим вот эти вот дома, это у нас жилые дома. Мы огородим их от шума. Все, вот такими вот бизнес-центрами. А дальше будут только магазины. Хопля. Хопля, хопля. Сейчас кое-что еще переделаю. Немножечко я переделаю. Тут, наверное, у нас опять же дома будут, скорее всего. Вот так вот, домишки, да? Домишки, друзья. Всегда домишки, везде домишки. Это хорошо. И здесь у нас будет... Наверное, вот так вот. И сюда я засуну все же, опять же, бизнес-центры, чтобы до домов, от магазинов до домов было немножко, ну, больше места. И чтобы шумно так сильно не было. Это очень-очень важно. Это, поверьте мне, это очень важно. Как бы знаю, о чем говорю. Не понаслышке, а именно знаю. Так-с. Тут дома. Давай. Не так, погоди. Вот здесь у нас домишки. А здесь у нас бизнес-центры. Бизнес, есть бизнес. Бизнес, он, да, он и в Африке бизнес. Бизнес, блин. Ай-яй-яй, так, что там у нас тут? Домишки хотят, да, домишки хотят построить. И потом дадим возможность вот этим вот людям построиться. Все, игра пошла, как бы я запустил игру. У нас все превосходно. Здесь наполняем это вот домами. Чуть как-то странно там это у нас работает. Погоди, это вот я хочу наполнить вот так вот домами. А вот это вот хочу наполнить бизнес-центрами, блин. Во. Здесь пусть будет тоже домики. Домики. Тут будут жить люди. Все. Должны, по идее, уже здесь построиться. Дорога есть, все есть. Они должны сами решить, как вот начинаются уже построечки. Давайте посмотрим на ускоренном режиме, как это у нас быстро поднимется строение или нет. Да, поднимается. Круто. Мы еще вернемся к этому моменту. Была у нас потребность в магазинах, вот она, да, снизу, синяя. Мы немножко потребности понизили. Надеюсь, этого нам хватит надолго. Здесь тоже люди строятся. Все круто. Так, уходим отсюда, в другую часть города. И здесь нужно решить проблему с пробками. Жесткую проблему с пробками. Вся банда, вся дамба. Ё-моё, блин. Вся дамба в пробках. Охренеть. Так это же... Как говорится, is not real. Не, ну это реально, как бы, но это нереально. Все, значит, я сделаю здесь мост. Это уже однозначно для этого нужен мост. Берем дорогу. Вот такую вот, берем скоростную дорогу. Не автобан, а именно вот такую вот. Самую дешевую дорогу. Шестиполосная дорога, это понятно, без деревьев, без ничего. И где-то... Где-то от этого перекрестка, если я не ошибаюсь, было бы неплохо. Было бы неплохо, давайте на паузу это все сделаем. Было бы неплохо туда замутить мост, друзья мои, мост. Мост это важная часть всего, блин. Куда же тебя, блин, засунуть-то? Сюда, что ли? Погоди. Не про это вот, не профукать момент, когда мы что-то сделаем не то. Прикольно будет?
Так, сдалека посмотрим. Да, довольно нормально, но он очень дорогой, блин. 40 тысяч долларов стоит наш мост. Будущий мост, будущий. Не будущий, а будущий, такс. Вот так вот. Во. Крутейший Йоколама. Эй, чё это такое, блин? Нет? Твою мать. Ну, 40 тысяч не пожалеем. Погоди, я, наверное, его уберу, потому что это не то, блин. Надо было здесь повыше делать. Чё он так сразу опустился? Это мостик ты мой. 40 тысяч мы сейчас проиграем, но ничего страшного. Не напрягайте сильно, ничего страшного, как бы. Деньги у нас есть, у нас 2 миллиона 500 тысяч каких-то там денег. Надеюсь, это немало. Ну, я как бы надеюсь, да? Поэтому я могу себе позволить построить еще один гребаный мост. Направление главное знать туда. Вот направление туда, значит, вот где-то вот здесь будет у нас возвышенность, погоди. Вот как-то вот так вот, нет, это слишком высоко. Что-то он поднимается, как-то непонятно он поднимается. Мне не нужен такой подъем, он какой-то непонятный. Непонятный подъем, блин, да? Как бы это странно не звучало, но он реально непонятный подъем. Вот так вот, что ли? Ну пусть будет вот так вот, да? Ой, что-то у нас поворотик пошел не туда. Вообще не туда поворот пошел. Идем вот по такому принципу. Смотреть будем вот в это вот направление. Вот, поднимаем тебя. Как-то вот так вот. Чего ж ты так низко пошел, ты говнюк-то, а? О, направление уже дали, уже нормально будет. Уже можно будет здесь играться уже с этим мостиком. Повыше, пониже. Вот так вот. Вообще идеально. Идеально. Во. Круто. И смотрим, куда он у нас пойдет. Нормально будет или ненормально? Так, соединять я буду тебя вот сюда вот. Да, 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 нормально. Есть, мост есть. Теперь он мне нравится. Теперь он мне нравится более-менее ровненький. А что более-менее? Вообще нормально. Да, вот такой вот поворотик туда есть. Вот сюда вот заезжаем и на мост вон туда. Мне кажется, уже можно запускать игру. Да, здесь уже у нас нормально будет, отлично. И мне нужно как-то соединить тебя, дорогой ты мой. Уже деревья здесь поставим, да? Соединить тебя вот с этим. Бабах! Вот так вот. Так, запускаем игру и смотрим, кто... Давайте посмотрим, кто у нас впервые или первый поедет и подумает, что, блин, да ну его нахрен, я в эту пробку сидеть не буду. В этой пробке, то есть. И я хочу поехать на мост, давай. Кто из вас? Смельчак. Первый. Первый, кто проедет этот гребаный мост. Ну, ну давайте, 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 давайте. Мне кажется, уже с той стороны уже кто-то ехать будет. Народ. Тут мостик свободен. Мостик. В смысле? Че, мостик никому не нужен? Или они еще не поняли, что здесь есть мост? Друзья, вам там это, в пробке сидеть целый день, блин. Всю вечность, целую вечность. В этой гребаной пробке сидеть. А тут у нас свежеиспеченный мост. О, а этот поедет, нет? Вот эти вот. Ах ты ж, елки-палки, бля. Ну-ка, погоди, погоди, сейчас. А, вот с той стороны, вот у нас с той стороны полицейский, какой-то полицейский едет на... Так, тихо, нам мост это убираем. Куда он едет-то? Эхо Хостел. Он едет, ё-моё, как-то... Вы чё? Оу, а чё это за прикол такой? Не понял, погоди, погоди, погоди. Почему у нас такой дефицит энергии? Секунду. А, я понял. Отсоединили провода. И эта вот дамба же много электричества дает. И мы отсоединили вот эти вот провода. И вот такая вот проблемка. Нихера себе, блин. Мог сейчас такое напортачить, что мало бы не показалось бы. Ту это. Давай вот так вот. Соединяйся, во. Снимаем с паузы и пусть у нас все работает. А другой вопрос появляется. Какого хрена этот мент, да, скажем так вот, мент едет оттуда, с этого города, аж сюда, блин. Как это понимать-то? То есть он едет с той стороны, блин, с той части города. Он едет вот так вот, вот его передвижение, да? Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, вот, 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 вот так вот поедет, поедет вот сюда вот и поедет аж в другую часть города. Что-то это вообще нереально. Само собой, что у нас, блин, будет... как его, как за тобой?
следить вот так вот, да? Само собой, что будет у нас проблемка, и у всех будет, будут проблемы, блин. Ну как же ты туда не доедешь никак вовремя? Вообще никак, окей. Хрен с тобой, хочешь так, хочешь. Твои проблемы. Народ, вы тут не собираетесь ехать по мосту? Это кто? Опять полицейский, нет? Нет, это уже у нас нормальные уже жители. Так, чего это мы прыгаем так с камерой-то? Электромобиль, окей, электромобиль, это хорошо. Оттуда, короче, начали ехать. Хорошо, это уже радует. Уже хорошо. Здесь, давайте посмотрим, здесь у нас светофоры и всякая такая хрень есть. Надо убрать. Знак стоп, я убираю этот знак стоп, чтобы не было пробок. Это у нас будет приоритет. Вот здесь вот прям засуну прям знак стоп. Наверное. Тут знаков стоп не будет, чтобы это вот, эту улицу разрядить. Все, поехали. Да, поехали по нашему мосту. Уже это радостно. Это реально круто. Ну, более-менее мост на уровне данной дамбы. Это тоже как бы радует, потому что, ну, если был бы мост слишком низко, было бы некрасиво. Смотрелось бы некрасиво. И как вы заметили, люди уже начали ехать по нашему мосту. Да? Вот, умные люди. Умные люди знают, куда и как ехать, и как распределить свое время. Хорошо. Чего вам не хватает-то? Недостаточно образованных работников. Да что вы говорите, вам нужен университет здесь? Если вам дам здесь университет, это будет очень плохо. Ага, тут начинаются люди строиться. Погоди, здесь у нас что у нас? Здесь у нас районы, эти, жилые. Жилые районы, но я бы еще кое-что сделал. У вас еще тут место есть, кстати, почему я вам это место дал-то, а? Не понял. А ну-ка отсюда быстренько сделаем еще одну дорогу. Еще одну дорогу, и дорогу. Вот такую вот маленькую дорогу с деревьями. Вот так вот, чтобы было все красиво, чтобы все всем нравилось. Вот, вот так вот. Эц, сбил одно здание. Ну, блин, что поделаешь, бывает. Все в этой жизни бывает. И также говорим о том, что здесь будут люди жить. Также здесь. Ну, я не знаю, зачем я это место оставил. Не с больших улиц пойдет дорога, а с маленьких. Погоди, я нихера не вижу. Во. Вот так вот. И отсюда пойдет. Не буду я сбивать эти вот два здания. Не буду. Так же быть. Хрен с вами. Не буду. Живите там спокойно. Все, здесь будут жить, опять же, люди. Это хорошо. Так, с базой хорошо. Кстати, что у нас по... Так, пробочка у нас тут рассасывается, нет? Какого хрена вы толпитесь все сюда, я не понял. А, не, нормально. Уже нормально, здесь уже рассосались. То есть уже люди сюда как бы не напрягаются ехать. И более-менее едут. Вот оно. Вот чего я хотел. Шестиполосная, гребаная... Это, как его там, улица. Ну, типа мост. И надо же его использовать. Так, что у нас по электронике, то есть по электрике? С электрикой у нас более... падает все-таки, падает шкала нашей электрики. Окей, сейчас решим. Окей, так у нас еще кое-что есть. Если я не ошибаюсь, у нас готова ракета. Давайте мы посмотрим. Смотрите, у нас готова полностью ракета. Здесь, если вы не забыли, космодром. Вот такой вот космодром. Байконур мы его назвали. Отправили мы с вами две ракеты. Первая ракета была, мне кажется, так погоди, где у нас первая ракета, но у нас была 44-й год, это у нас 46-й год. В 2044 году мы отправили в Восток-1 ракету, потом отправили Just Best Rocket, другую ракету. И давайте запустим сегодня и сейчас третью ракету в космос. Почему бы и нет? Тут, кстати, тоже проблемка есть, немножко с пробками, но она короче, она намного короче. Хорошо. Чудесный город, я о таком и мечтать не мог. Хорошо, не мог, так не мог. И запускаем тебя. Вот так вот. Посмотрим еще раз на зрелищные такие картиночки. Мне очень нравится все, что связано с космосом. Все космическое, очень прикольно. Вот, давайте поближе. Вот так вот. Вот она ракета. Видите, да? Компания Chirpix. Вот так вот, вот так, вот, вот, вот. Вот, отлично. Оп, ставим на паузу, я хочу поменять ракурс. Представьте себе, вы решили посмотреть на ракету, будучи, допустим, вот на такой вот возвышенности, да? Давайте сделаем вот так.
Нифига не слышно, правда, потому что она далеко. Но она летит. Самое главное, что она... Такое ощущение, что ракета сейчас сбила самолет, нет? А, не-не-не, это тогда это так было, как бы мне показалось, извиняюсь. Но мало ли, может и вам тоже. Как бы так показалось, тихо. Блин, я блур немножко добавил, этот блур меняет, очень много меняет и портит, мне кажется. Давай, ракета, приближайся к нам. Во. Блин, помедленнее мышкой, то есть клавиатурой не могу двигать. Хорошо. И вот таким вот образом у нас ракета пропала в космос. То есть она улетела к хренам собачьим. Давайте посмотрим, что тут пишут насчет ракеты. Bluebird Heavy 3. Bluebird Heavy 3. Ну пусть будет Bluebird Heavy 3. Надо было ее, походу, назвать сначала. Да, надо было ее сначала назвать, а потом уже запустить. Окей, тогда перед запуском следующей ракеты мы ее назовем по-другому. Таким образом, у нас здесь... у нас здесь создаются ракеты. Они сначала ее создадут. То есть строительство ракеты идет вот таким вот образом. То есть вот такая вот шкала, да? И потом только подготовка к пуску. Это мы тоже прекрасно все знаем. Тут я сделал также довольно интересную вещь. Если вы не забыли, да? С разных уголков нашего города приезжают фуры сюда. Сейчас вы их, наверное, и увидите. Вот они, фуры. Воу, как вас много! Ёкалэмэне, блин. Смотрите, на паузу поставил. Вот фура едет сюда, короче, чтобы... Погоди, что это написано? Центр переработки отходов. Владелец. Космический это вот. Короче, фуры сюда едут, чтобы привозить товар для постройки данной ракеты. То есть... Вы поняли, да? Ракета должна, это вот, нуждается в строительном материале. Что это такое у нас? А куда вы все идете? Куда они все идут? Ага, это было много зрителей, которые смотрели. Посетителей 69 сейчас из 450. Нифига себе, это все люди смотрели на запуск ракеты. Неплохо. И теперь они уезжают. Ну, типа, уходят. Да, надо было посмотреть, сколько вот на паузе, на видео посмотрю. Если кто там тоже хочет, промотайте немножко назад. И посмотрите, сколько людей было в начале, когда мы только хотели запустить ракету. Мне интересно, вот мне самому интересно, тоже посмотрю, сколько ракет, людей было, и, ну, которые ждали, типа, запуска. А чё у вас тут за проблема, я не понял. Почему тут пробка? Так, сейчас пойму, как у нас тут все устроено. Так, люди едут туда. Ага, единственный заезд сюда, вот сюда. И единственный выезд с этой вот всей зоны. Выезд единственный также здесь. То есть, если я не ошибаюсь, здесь не помешала бы развязка. Но, блин, если я развязку сделать буду, то я поменяю полностью этот... Поменяю траекторию, грубо говоря. Фиг его знает, пока что живите так, то есть пробка небольшая, так что пока что терпимо. Очень-очень даже терпимо. Окей, что у вас тут? Опять нет рабочих? Недостаточно образованных рабочих. Да ничего страшного, бизнес, ведите бизнес с людьми, которые не образованы, тоже нормально. Во, дамба у нас немножко освободилась, это меня уже радует, но по-любому кто-то ею пользуется. Это тоже меня радует, это не может не радовать. Да, мост у нас вообще не перенаселен, но нормально. Что я еще хотел сделать в данной серии, друзья мои? У нас город здесь немножко так обретает свою, как говорится, форму. Есть еще пару мест, где не застроено, но это у нас поправимо. Тут что нужно? Тут нужно промышленные зоны. Промышленные зоны, да и с этими промышленными зонами я бы не хотел их делать. А есть промышленные зоны какие-то, которые... Чистые. Специализация жилых зон, специализация деловых зон, специализация коммерческие. Нет, это у нас, да, коммерческие. И у нас промышленные. Мне нужны чистые промышленные зоны. Но чистые это только сельское хозяйство. По добыче руды это все ерунда, потому что руда заканчивается, нефть тоже заканчивается, даже не буду. Обычная промышленность, она очень грязная. А по вырубке лесов... Блин, да у нас тут лесов нет. У нас здесь нет лесов, чтобы я сделал вот сейчас зону такую вот. Погоди, не то.
Нихера тут у нас лесов нет. Только нефть есть. Че, добыть нефть тут немножко, да? Или нет? Или добыть, или не добыть. Хрен его знает, может все-таки добыть тут немножко нефти, пару этих станций поставить. Это у нас кто? Это у нас люди. Но, блин, промышленность эта, она очень грязная, она очень грязная. Тогда мне надо будет вот... вот это вот все убрать. И поставить пару насосов. Давай так сделаем, на паузу поставим, вот так удаляем. Даже вот так тоже удаляем. Блин, как же жаль все это вот удалять. А что у нас такое? Переработка отходов. Блин, ну как же так? Как же я могу так, блин, удалять дома, блин? Люди здесь уже построились, а я вот такой вот негодяй, блин. Засранец. И удаляю. Блин, ах, как же я так могу, а? Вот так вот. Наверное, вот так же сделаем. Убираем, допустим. И если я это убрал, значит, мне нужна дорога. Обычная, маленькая, тоненькая. Вообще тоненькая, тоненькая, зим-зим тоненькая. Где у нас нефть-то? Нефть это все, что здесь желтенькое такое, это у нас нефть, да? Да, это у нас, ё-моё, какое большое пятно нефти, но... просто не вижу смысла здесь ставить, но я поставлю, чисто ради интереса, поставлю пару этих вышек нефтяных. Давайте, хрен с вами. Люди, ну вот эти вот, которые здесь живут, да? Будут люди вот эти вот дышать грязью. Наверное. Блин, не хотелось, но... деньги, люди, деньги нужны, деньги важнее всего. Короче, пусть будет вот так, все. Теперь, смотрите, что мы делаем. Мы делаем не коммерческую, а промышленную зону, вот. Здесь, тута-тута, так вот. А там у нас будет немножко деловой зоны. Вот так вот, деловая зона. Там это, вот эти вот люди будут продавать эту вот нефть, скажем, таким образом. Да, можно ли так вот сказать, да, можно? Мне кажется, можно. Давайте, запускаем игру. И здесь уже начнется уже построечка. Энергия есть, водичка у них есть, все у них есть. Смотрите, смотрите, как у нас нефтяные насосы, блин, гребаные, строятся. Смотрите. Вот здесь... Тихо, на паузу ставим. Нельзя. Необычное, я поставил промышленную, обычную, гребаную зону. Нет, дорогие мои. Нет. Что это у нас только разделено, ага. Я сейчас сделаю, я забыл сделать зону отдельную. Как буду удалить? Вот так вот, да? Да, отдельную зону для добычи нефти. Понимаете, о чем я? Понимаете, да? Во! А, кружочек можно сделать поменьше? Вот, можно. Вот так. Не ломайте, как говорится, фэншуй всего этого. Вот. И даже здесь у нас была деловая зона, да? Вот так. А здесь будет у меня отдельный райончик. Совсем отдельный по добыче. Вот. Тихо. Не ломать ничего тут. Не ломать. Нормально. Держимся. Делаем. Отлично. Это у нас отдельный район, которому... тут тоже не ломать. Которому я дам... что я дам? Вот, что я дам. Я дам ему задачу. Нефтяная промышленность. Так. Все. Тут будут только нефтяные вышки. Нифига подобного. Они уже начали строить. Так что удаляйте все к хренам собачьим. Они начали строить обыкновенные заводы. Мне они не нужны. Они уже пропадают. Отлично. Вообще идеально. Идеально. Совсем идеально. Чё? Есть? Нет? Это обыкновенный завод. Убрать его. Сам уберется. Давай, убирайся. Ты мне не нужен. Чё это за завод хренов? Эй, народ. Это фабрика Ice Cube. Мне не нужна фабрика. Мне нужна фабрика по добыче нефти. Вот. То есть, pumping is our business. А чё он не убирается? Почему у нас фабрика здесь осталась? Погоди, район тот. Нефть. Все есть. Должны быть только нефтяные вышки.
Ага, ну вот, само по себе как бы убралось и поменялось в нефтяную хрень. Так, ну здесь, короче, у нас будет очень грязный воздух, чтобы вы понимали. Я понимаю, что это плохо, но все же, что поделаешь, где у нас вот загрязнение? Загрязнение. Пока что у нас воздух чист, у нас только грязные вот эти вот вышки. Но! Через некоторое время, давайте я вас огорчу, через некоторое время у нас будет все выглядеть вот так. Вот там вот, да? Радиус будет небольшой, правда? Так что сильно много больше, то есть много людей страдать от этого не будут, так как у нас зона здесь маленькая по добыче нефти. Ну, пятно у нас такое черное прям, так что пусть они выкачивают все подряд. Я расширять ее не буду. Только здесь будет добываться, вот в этой вот точке будет добываться нефть. И очень надеюсь, что они выкачивают, ну, выкачат, короче, полностью все это пятно. Высосут, короче, отсюда, вот через вообще вот эту вот территорию. Надеюсь, я не уверен, но посмотрим. Друзья, на этом, думаю, можно закончить. Таким образом, мы с вами немножко переработали и сделали, и обработали данную зону. Поменяли здесь, вот все-таки обанкротилась вот эта вот фирма из-за того, что не хватает рабочих людей с образованием. Если вам все понравилось, друзья мои, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и пишите свое пожелание, свои пожелания, что бы вы хотели увидеть в данном, грубо говоря, выживании, потому что играть в City Skylines нелегко. Думать, знать, что да как, что куда тыкать, что куда ставить, это тоже как бы не самая легкая задача. И надеюсь, у вас будут советы для меня, потому что я, как бы говорится, не ас, не специалист самый там такой топовый в этой игре. Так что есть люди по-любому, которые что-то интересное, да и полезное подскажут. С вами был Кентавр, это была игра City Skylines. Всем удачи и всем пока. Мост, кстати, прикольный.